Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на фоне волны АК с вами поговорим, как же получить у меня на халяву охника. Многие спрашивают, когда, ребят, еженедельки никто не отменял, просто я их провожу реже, так как на русском сервере очень редко начали продавать. Раньше хотя бы раз в неделю продавали, сейчас раз в 2-3 продают огников, то есть еженеделька — это конкурс, который длится с понедельника по пятницу. Но так как бывают моменты, то у меня времени нету, то акции запарные и их не продают, я разыгрываю там неделю-две, то есть это никто не отменял. Что для этого надо? Для этого надо быть подписанным на канал, и под каждым видосом, чем больше у вас видосов на вашем канале, в данном случае YouTube, там либо куда вы делаете репосты, контакт, там, не знаю, разные варианты есть, Facebook, чем больше у вас видосов, тем больше у вас шанс. Все очень просто. Сделали два репоста, значит, у вас шанс два видоса из общего количества, которое я там выпускаю за неделю. Участвуют абсолютно все сервера, то есть iOS сервер, кто играет на iOS, Android, там любой Android сервер, то есть неважно какой сервак, ну по сути немецкий сервер, там проще и так, там и так без доната их получают. Я изначально этот конкурс уже говорил, что я иногда и шел на уступки, но я решил просто дать возможность и шанс тем, у кого охника нет, выиграть его. То есть, если вы хотите участвовать в еженедельке, я говорил, что я буду менять правила, потому что, ну, тоже с одной стороны, одни и те же получается по несколько раз получают, другие нет. То есть, будет участвовать аккаунт, у которого охника нет. Я не знаю, хотите там сестре его, но сама суть, что хочется все-таки сделать побольше счастливых без донатов, сделать на русском сервере, потому что в основном с русского выигрывают. Ну, бывало и с английского, и с АЭСа были парни, выигрывали. То есть хочется все-таки осчастливить побольше человек. Поэтому если вы, у вас нету огника, то это именно конкурс для вас. Что у вас должно быть? Я сейчас покажу, какие видосы за эти три недели. То есть я завтра буду разыгрывать. Сегодня точно нет. Хочу побегать в другие игры. В общем, у вас должно быть на страничке. Так, давайте сейчас перейдем. Берем вот это. Я сделаю захват. Вот, у вас должны быть видосы. Давайте конкретно я вам просто расскажу, как это все делается. Заходим на любой видос мой, который я выпустил, и вот у вас должен быть оставлен коммент с вашей ID-шкой, вот, допустим, как Чикен делает, самый большой читер. То есть у вас есть ID-шка, как с вами связаться, куда вы сделали репост. Некоторые пишут там ВК ID такой вот, то есть оставляю эту ID-шку свою. Соответственно, я потом могу найти под видео, как с ним связаться и посмотреть. Все очень просто. Заходите на видос, ставите поделиться, выбираете соцсеть, и это все очень легко. И у вас, соответственно, оно добавляется, если вы ставите лайк видосы, которые понравились, есть листов, которые вам понравились. Для того, чтобы сделать, чтобы это все было открыто, все очень просто. Заходите в настройки вашего аккаунта, конфиденциальность, вот сюда, в эту рубрику, и ставите галочки, то есть показывать, не показывать информацию. Вот у меня стоит нет, у вас не должно быть здесь галочек, и у вас будет все открыто. Так, окей, с этим разобрались, поехали разберемся. Это будет видос сегодня в субботу, в принципе, последним стрим уже, который будет после этого, будет участвовать на следующую неделю. Я просто покажу, с какого по какое видео я буду сразу выбирать троих. Так, три недели, три, вот четыре недели. Уже дохренища времени прошло. Так, начнем мы
вот с этого видоса итоги конкурса на Акзефира. То есть он будет первым у нас видосом за неделю, то есть, ну, то есть с него будет начинаться, то есть соответственно все видосы, которые идут от аккаунта с Зефиром, вот от этого и по это видео, они будут участвовать в эту неделю. В принципе, я вам так показал в основном, что надо сделать, то есть все зависит, нормально еще тащат, все зависит от вас, то есть чем больше видео, тем больше у вас шансы, меньше видео, меньше шанс, то есть никто никого не принуждает, ребята выигрывают не один, уже не два раза, от сервера тоже, как бы, к серверу привязки нету, любой сервер, поэтому еженеделька есть каждую неделю, единственное, я бывает затягиваю просто с правилами, но это по сути ничего, как бы, ну, не то что затягиваю с правилами, затягиваю со временем, потому что бывают разные моменты, я не могу все время каждый день сидеть и лопатить, поэтому и нету иногда на русском сервере, поэтому я оттягиваю из-за этого до выходных, когда оно есть. Потому что в основном, как правило, ребята с русского выигрывают, ну, бывает, я же говорю. То есть, неважно, какой сервак, пришли, сделали, не репостите очень много видосов сразу, YouTube за это блокирует. У меня, к сожалению, нету никакой возможности, как с вами связаться еще по-другому. Возможно, я буду делать, скажем так, репосты. Ну, я создам, восстановлю свою ВК-группу, думаю, на днях, и будем там проводить, там более лояльно можно это все сделать, потому что самим Ютубом реально дохрена проблем. В плане комментариев очень много людей кидает спам, и из-за этого я не могу нормально ни связаться, ни хрена сделать. Но это, я надеюсь, временное явление. Вот, поэтому я вам все показал, что надо для этого сделать. Ничего, скажем так, сложного нет. Все зависит чисто от вас. Хотите участвовать и хотите не участвовать. То есть это еженеделька, это чисто фановый конкурс для тех, кто не может себе там купить, для школьников, для тех, кто не донатит. Он идет всегда. Вот, поэтому многие пишут, задают вопросы, когда он, почему его нет, почему то, почему это. Ребят, я уже устал честно рассказывать и объяснять. Внимательно смотрите видосы. Если вы перешли по ссылке на это видео, то, в принципе, я думаю, я вам показал все, что вам надо сделать для того, чтобы победить. Также у меня есть телега. Телега есть в описании под любым видосом. Там есть группа, в которой я делаю тоже репосты всех видосов. ВК есть тоже, там тоже есть репосты видосов, можете делать оттуда. Просто я через YouTube буду смотреть и подписку, и плейлист, поэтому решайте сами, в принципе. Если вы делаете это регулярно каждый день, то я думаю, никаких проблем с этим не будет. Ой, такое какао вкусное. Эта волна, это просто писец. Я уже, честно говоря, запарился, решил записать видос уже и закончить на сегодня с битвой замков, потому что это нереально, трэш какой-то творится. То проходит нормально, то вообще ни хрена не проходит. Скоро эта волна будет нам сниться в очень страшных снах. Ох. Печаль, печаль, короче. Вроде и нормально, видите, АК-2, вот половина зданий живы. Но потом на третьей волне только хлоп, и все, и всех зданий просто нет. Ты ни хрена сделать не можешь. Ну, это рандомчик. Все-таки с этой растой стало все намного проще. Но по-разному бывает. То есть, ну, видите, что творится. Они забежали, падла, через этого, и фрейку слили, бедненькую. Ворожея слили, айма. Смотрите, что делается. Стрелок тащит, ребята. Решил я все-таки стрелка потестировать. И, в принципе, довольно-таки тоже неплохой результат. Плюс есть смотр, то есть шансы тоже довольно-таки неплохие. Хотя и землеройка был хорош, хоть у нас и смотра не было.
Ну, это такое. В общем, такой вот видосик, поэтому кому надо, участвуйте, кому не надо, не участвуйте. Дело лично каждого. Все, всем удачи, всем пока.